Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале «Енисей». В студии Яна Макаренко. Главное к этому часу. Два человека погибли на трассе в Уярском районе. Огромная фура на полном ходу влетела в легковой автомобиль. В деревне Лопатино жители сутки провели без света. Почему исчезло электричество? Традиционный плов и национальные забавы. В Красноярске отметили татарский праздник Сабантуй. Чем удивляли гостей? Мы начинаем с происшествий. Два человека сегодня погибли на трассе в Уярском районе. Огромный большегруз на полном ходу врезался в стоящий на повороте легковой автомобиль. От мощного удара «Жигули» вынесло на встречную полосу, где «семерка» столкнулась с грузовиком «ГАЗ». Водитель легковушки погиб на месте, его пассажир позже скончался в больнице. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машина практически сложилась пополам. Водители большегрузов не пострадали. Причины аварии сейчас устанавливаются. И еще одно ДТП. Огромная фура с продуктами перевернулась на трассе возле Казачинского. Авария случилась около часа ночи. Водитель грузовика двигался из района в сторону Красноярска. Вероятно, мужчина уснул за рулем и столкнулся со стоявшим на обочине бензовозом. Фура была полностью загружена товаром, который разлетелся по всей трассе, а сам большегруз опрокинулся в кювет. В ДТП никто не пострадал. К утру дорогу расчистили. Сейчас движение на этом участке трассы полностью восстановлено. Почти сутки без света провели жители деревни Лопатино в Березовском районе. Электричество, говорят люди, исчезло еще накануне. Из-за аварийного отключения некоторые остались еще и без воды. В чем причина, расскажет Евгения Шелковникова. Все, ни чаю, ничего нет. Вот молоко покупаем и пьем, и хлебушек. Роза Шадрина уже сутки без света и воды. Когда в деревне Лопатино отключили электричество, дом, в котором живет пенсионерка, остался вообще без удобств. Перестали работать водонапорные насосы. Чтобы помыть посуду, приходится идти на другой конец улицы, к ближайшей колонке. Холодильник без нужды женщина тоже старается не открывать. Боится, что пропадут все продукты, закупленные на скромную пенсию. Включили вчера в 2 часа. Еще грозы не было, но где-то громыхнуло. И уже свет отключили. Мы стали звонить туда-сюда. По 122, или как он там, этот номер. Вот. Никаких. Она мне сказала, не мешайте работать. Идет устранение, значит, этих аварий. Ночь мы провели все, надеялись, что будет свет. Так его и не дали. Вот. А у нас же все от электричества. Сутки без света просидели и жители соседнего села Вознесенка. Вера Королик накануне заготовила несколько килограммов свежего домашнего мяса. Вот только хранить запасы негде. В морозилках стоит вода. Ну, буквально 30 минут назад мы только отправили еще бригаду на высоковольтную линию. Так как у вас же в селе полностью питание, нет здесь света, поэтому мы 30 минут назад, я говорю, целые сутки света нет, вы только 30 минут назад отправили. По словам жителей, отключения были и в других населенных пунктах, в Бархатово и в Березовке. Правда, там свет включили гораздо быстрее. Авария, говорят энергетики, серьезная. Из-за грозы, которая обрушилась на центральные районы накануне, произошли повреждения на одной из линий. Во время ночной грозы произошло повреждение фидера, который питает жителей села Лопатино в Березовском районе. Работники компании МРСК «Сибири», наши специалисты с самого утра устраняют последствия этой аварии. Она достаточно серьезная. Электричество в домах жителей появилось сегодня ближе к вечеру. Без света и воды сельчане провели больше суток. Евгения Шелковникова, Алексей Овсянников, «Енисей». Новости. Переменчивую погоду синоптики обещают и в эти выходные. Несмотря на высокие температуры до плюс 32 градусов, на юге и в центре края, в том числе и в Красноярске, возможны грозы, местами даже град, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Осадки пройдут и на Таймыре, и в Тураханском районе, и на западе Венкии. Несмотря на долгожданный дождь, на севере региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Тайга в крае горит на площади свыше 130 тысяч гектаров. Большое событие сегодня в Иландском районе. Ему исполняется 85 лет. По такому случаю здесь организовали настоящий праздник с угощением, песнями и танцами. Не помешало гуляниям и дождливая погода. С раннего утра местные жители принимали гостей. С подробностями Леонид Юрков.
Сто лет вас не видел, все хорошо. Дождичек даже наш. Привет. Все нормально? Все на месте. Ну ладно, скоро генералом будет. Да, будет. У нас только так. В этот праздничный день иланцы радушно принимают гостей. Главу региона и вовсе встречают как родного. Ведь именно здесь, в селе Новогородка, он родился. Жил, что называется, на земле и был с детства приучен к сельскому труду. Потому не понаслышке знает обо всех сторонах крестьянской жизни. Семья Уса – это вообще историческая семья, потому что папа Александра Викторовича, Виктор Петрович Ус, это председатель колхоза, это крепкий, стабильный руководитель, где была всегда дисциплина, порядок. И до сих пор жители всегда вспоминают про это. Главной площадкой праздника стал Центральный парк. Здесь гостей уже ждут медалисты местных школ, работники сельского хозяйства, медики и учителя. Все они за труд и учебу получают заслуженные награды. Ну, сегодня вы, наверное, в своих выступлениях уже слышали, говорили, что люди иранские – это какие-то другие, другой человек, другие люди, которые готовы сегодня сделать все, что от них зависит для улучшения жизни людей в нашем районе. Ну и какой праздник района без подворий местных сельсоветов? Это яркие выставки народных умельцев, угощения, песни, поделки – все для души и дорогих гостей. Виновата ли я, виновата ли я, что люблю, виновата. За 85 лет район добился многого и стал одной из самых стабильных территорий края. По словам Александра Уса, останавливаться на достигнутом нельзя. Конечно, нам надо подтягивать село. И в этой восточной зоне можно давать хороший урожай, можно поднимать селян. Это вопрос организации. Поэтому я для себя вижу прежде всего вот эту задачу. Село, село и еще раз село. А за ним и сам город Иланск потянется. В завершении своего визита глава региона возложил цветы к памятнику участникам боевых действий и локальных войн, а также к памятному знаку пограничникам, которые в разные годы защищали рубежи нашей страны. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Енисей. Новости. Ну а в Красноярске сегодня отмечают татарский праздник Сабантуй. На острове Татышев с самого утра работают десятки подворий, где горожане и гости могли познакомиться с культурой, обычаями и, конечно, попробовать национальные угощения. Подробности в нашем сюжете. Начали. Давай. Сабантуй – это праздник с вековыми традициями. Различные конкурсы и состязания – все, как было 100 и 200 лет назад. Попробовать себя в играх с национальным колоритом, боях на бревне, бегах в мешках, лазанье по столбу и в борьбе кареш в эту субботу приехали сотни красноярцев. Праздник отличный, погода сегодня солнечная. Но на ходулях немного сложновато. В детстве был опыт небольшой на самодельных. Но в принципе нормально, с дистанции справился, обогнал соперника. Песни, танцы, угощения и национальные подворья. Сабантуй в Красноярске проходит уже в 22-й раз. Это действительно уже является определенным брендом Красноярска. И Сабантуй очень колоритно и качественно вошел в линейку всех праздничных мероприятий, которые проводятся на территории нашего прекрасного города Красноярска, в сердце Енисейской России. Много лет Сабантуй в столице края организовывают с большим размахом. Красноярский край – единственный регион, где этот праздник отмечается не только в столице, но и в районных центрах. Ачинский, Лесосибирский, Каннский, на юге – в Березовом лагу. И это неудивительно, ведь у нас проживает почти 36 тысяч татар. 3 года назад провели в Красноярском крае федеральный Сабантуй. И по оценке многих официальных лиц Татарстана и моих коллег с других территорий, это был лучший праздник Сабантуй федеральный. Уже доброй традицией стала приглашать в Красноярск гостей из Татарстана. Это и творческие коллективы, и официальные лица. Город наш нам очень понравился. Меня действительно предупреждали о том, что он будет весь зеленый, много лесов и очень красивый. Я в этом убедился сам воочию. Праздник проведен на очень хорошем уровне. Действительно, нам очень приятно, что руководители Красноярского края, города Красноярск, каждый год отзываются положительно и помогают нашим татарским соотечественникам проводить его. На празднике гости могли не только развлечься и поиграть, но и полакомиться национальными блюдами или купить аутентичный сувенир. Мужские праздничные тюбетейки, то есть их по праздникам носят. Они разного цвета, орнамент, именно орнамент татарский.
казанские. Они вот тюбетейки казанские. Есть без вышивки, это как бы не на такие большие праздники, а как обычно. Есть вот без вышивки, это уже как бы строгий стиль такой, похороны или что-то вот такое вот одевают. Это женские. Женские, обратите внимание, что вышивка только на лбу. Подразумевается, чтобы еще одет был платок. Закрыта шея, волосы. Согласно поверью, хорошо отметив сабантуй, можно задобрить духов плодородия, а значит, собрать осенью хороший урожай. Дина Володина, Всеволод Никитин, Енисей, новости. Грохот воды и экстремальные речные пороги. В Курагинском районе прошел ставший уже традиционным туристический фестиваль. В этом году он собрал больше 200 человек, любителей сплавов, профессиональных спортсменов и просто ценителей природы. Почему люди всех возрастов, несмотря на опасность, приезжают сюда снова и снова? В сюжете Ольги Максюшиной. Увидеть бурлящую воду горных рек и пуститься по ней вплавь – занятия не для слабонервных. Именно такие люди собрались на 19-й фестиваль «Гуляевские пороги», который состоялся в Курагинском районе недалеко от деревни Гуляевка, на берегу горной реки Козыр. Здесь собралось около 200 человек – водники, профессиональные спортсмены, заядлые туристы и молодежь. Любители экстрима приезжают сюда целыми семьями. Здесь, среди столетних кедров и лиственниц, можно насладиться первозданной природой, порыбачить и проверить себя на прочность. Каждый раз, как первый раз, буря просто нахлынула, вода, брызги, свет волн, дружеское плечо рядом. Что может быть лучше? Приезжайте за этими эмоциями, впечатлениями сюда каждый год. Вода супер, порог прелесть, катамаран как по маслу. В этом году уровень воды в реке Козыр просто зашкаливал, поэтому в первый день фестиваля испытать бурлящий порог на прочность удалось не всем. Спустя сутки вода в реке упала на 1,5 метра. Попытать свои силы смогли и новички. Вода была очень большая, и она отличалась от предыдущих лет. Ну, я бы сказала, вода – это всегда опасно, а в этом году особенно. Поэтому в первую очередь ходили только подготовленные туристы, спортсмены, экстремалы, те, которые имеют опыт категорийных походов. И все знают все тонкости поведения на воде. В рамках фестиваля также организована и насыщенная вечерняя программа с интересными конкурсами и песнями под гитару, а также просмотр отчетного фильма о фестивале 2017 года. Участники признаются, даже за 2 дня можно получить такой заряд бодрости, что его хватит на год вперед. По этой причине практически все, кто хоть раз попробовал сплав по горной реке, обязательно делают это снова и снова. Организаторы уверены, проект помогает многим молодым людям получить новый положительный опыт в приобщении к здоровому образу жизни, служит развитию массового туризма и бережного отношения к природе. И к этой минуте это все сообщения. Телефон для ваших новостей 236-0136. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте enisei.tv.